дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Коронавірус, який пройшов усіма країнами світу, дуже налякав людей. Усі в паніці, але найбільше, чого всі хотіли би, це знати, як же остерігатись від нього та що робити, якщо ви вже захворіли. Саме з цими запитаннями будемо звертатись до Марини Соломатіни, кандидатки медичних наук, лікарки, терапевтки, лікарки, кардіологині і доктора філософії. Дуже рада бачити вас, пані Марино. І насправді така серйозна ситуація, і вона зараз вже в Україні. Вже от ті цифри кожного дня збільшуються, люди хворіють все більше і більше. Насправді, чим такий тяжкий і чим взагалі небезпечний саме цей вірус? Ну, вірус дійсно проблемний по той причині, що він новий. І населення Землі не виробило імунітет до цього вірусу. І у нас немає вакцин, і не буде, по крайній мірі, по прогнозам учених, до кінця цього року, для того, щоб провести вакцинацію. А вакцинація, по суті говоря, це мікрозаболівання, ну і в кінцевому ітогі. Тому це складна, дійсно, патологія і стан для жителів Землі необычний. Обычное появление нового вируса. Это плохо. Но все-таки есть и хорошая новость. А хорошая новость в том, что согласно массе литературных источников, у 80% населения заболевание протекает малосимптомно или бессимптомно, как обычная респираторка, или вообще человек даже может не знать о том, что он инфицируется, но что он инфицирован. Но при этом он выработает антитела, то есть защитные тела, которые будут охранять его от повторного инфицирования. Мы, конечно, не знаем, насколько будет устойчив иммунитет, как долго он сохранится, но на сезон, по крайней мере, этого будет достаточно. Это плюс. Ну, от кажуть, що грипом же справді кожного року люди хворіють, так? Але просто навіть незважаючи на те, що інші штами кожного року, але людина все одно вже трошки готова. Перехворівши один раз, вона вже розуміє, як вона буде наступного разу хворіти. Наприклад, це якщо ми візьмемо грип, так? Чи можна тут зробити таку аналогію? Ну, вы совершенно правы, что штаммы разные, и поэтому и вакцины каждый раз разные вводятся. И иногда попадают, иногда не попадают на эти вакцины в цель. Это тоже правда, потому что не стопроцентная эффективность вакцин, хотя все равно их защитная роль очень велика, и поэтому вакцинация во всем мире приветствуется, и это правильно. Но, с другой стороны, мы все равно не имеем вакцины от коронавируса, поэтому это пока что только разговоры. В любом случае, к сожалению, надо понимать очень важную вещь. У нас должен сформироваться коллективный или популяционный иммунитет. И карантин позволяет привести в соответствие ресурсы здравоохранения к вероятным, слово «вероятное» главное, поступлениям пациентов в лечебные учреждения, которые могли бы с ним теоретически не справиться. Но это, конечно, в определенной степени затягивает формирование популяционного иммунитета. По данным совершенно разных, независимых друг от друга авторов, причем авторов экспертного ряда, это не по принципу «кто что сказал», что-то мы услышали, что-то пропустили, что-то вырвали из контекста. А это эксперты. 60-70% населения должно переболеть путем получить этот иммунитет, потому что вакцины нет, другого варианта приобретения иммунитета нет, и тогда население будет также мало чувствительно, как оно вот в общем-то. Ну, выходит, что так. Мы должны готовиться до того, что перехворим. Так? Ну, я так, звісно, це загалом сказала, але от кожен для себе повинен визначити. Мені не хочеться, ну, от нікому ж не хочеться хворіти, але для того, щоб протистояти такому вірусу, то, можливо, в невеличкій якійсь степені можна було б формувати таким чином імунітет. Як зробити так, щоб ця степень справді була маленькою для нас, незначною, але щоб ми цей імунітет сформували? То есть вопрос по поводу формирования индивидуального иммунитета, да, не коллективного. Так, так, так. Вы знаете, на самом деле это достаточно сложно сделать, потому что прямых препаратов, которые бы, волшебные таблетки, которые бы раз и иммунитет бы привела в то состояние, когда он однозначно противостоит инфекции, к сожалению, на сегодняшний день нет. Есть то, что является испытанным на протяжении тысячелетий, то есть использование естественных средств улучшения защиты, иммунной защиты. Но к ним относятся как раз двигательная активность, адекватное питание, использование
содержания естественных витаминов. Я не имею в виду формы, продающиеся в аптеках, потому что в Европе закончилось несколько лет назад целый ряд исследований, которые показали, что увеличение продолжительности жизни, как один из главных критериев целей, которые ставят люди, принимающие поливитамины, не произошло в тех случаях после приема поливитаминов, когда не было недостаточности в каких-то из их компонентов. Угу. Но поэтому, если недостаточность есть, мы получаем хороший эффект. Если ее нет, то эффекта не будет. Но вреда, наверное, тоже здесь уже мы сильно не ждем, потому что те витаминные препараты, которые представлены в аптечной сети Украины, они низкодозовые, вреда не нанесете. Угу. Так вот, витамины, движение, солнце, воздух, это ультрафиолет тот же самый. Так, а что делать, если все сидят дома и не выходят? Ну, это выходит... очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Понимаете, в эпидемиологии есть определенные правила. Есть источник инфекции, ну, вирус, тот самый. Есть путь передачи. Кстати, он не воздушно-капельный, а капельно-воздушный. Это разница, если хотите, я потом объясню. Будь ласка, если... Ну, мы это завершим. И есть воспринимающий организм. Вот насколько он воспринимает, это чрезвычайно важно. Если мы смирились с тем, что есть источник, значит, мы должны действовать на пути передачи, и мы действовать должны на этот самый воспринимающий организм. И очень важно еще то, сколько получит воспринимающий организм этих самых патогенов, ну, то есть вирусов. Потому что все-таки мы вышли из природы, природа хочет, чтобы мы жили. Изучаем. Да, поэтому очень важно то, чтобы, если уж и суждено, то, чтобы это количество было небольшим, и тогда есть вероятность вот такого легкого протекания. Ну и поэтому очень важно воздействие на пути передачи. Вокруг этого очень много всего наносного, и имеющего только определенное отношение к медицине и формированию у населения еще одной проблемы. Мало нам проблемы с вирусом, мало нам потрясений, связанных с изоляцией, но это еще и паника. Паника, вот паника будет однозначно, это 100%, ухудшать состояние иммунной системы, способствовать формированию острых заболеваний, ну, например, острая язва. Никому ни для кого не секрет, что острые стрессы приводят к этому, хотя вроде бы какая связь, да? Понервничал, живот заболел, да и не просто заболел. И сердцево-судинные заболевания бесспорно, тоже? Бесспорно, бесспорно. Состояние хронического стресса, кстати, гораздо опаснее, чем острый стресс. Хронический стресс, если он протекает очень длительно, к сожалению, напрягает иммунную систему гораздо больше, чем даже острое состояние. Поэтому... Тобто, треба знаходити для себе можливість виходити на вулицю і дихати повітрям і хоча б трошки отримувати ультрафіолет. Ну, не знаю, може на балконі. Я не знаю, кому там як вийде це зробити, бо зараз справді є з одного боку заборона, а з другого боку ми розуміємо, що для кожної людини це треба якось зробити, для нашого здоров'я це важливо. Важливо, тобто, конечно. Що тут робити, от як протистояти між тими двома частинами, де одна говорить одне, а інша друге, і ще плюс штрафи і все решта. Тобто ми знаходимось от в такий час, коли ми повинні для себе зробити якісь висновки, так? Як саме, як ви думаєте, от як лікар хотілося б, щоб почути все ж вашу думку для людини, для її здоров'я, що важливо? Я думаю, что прежде всего важна информация, которую надо уложить в голове, что для меня действительно опасно, а что является, ну, скажем так, вопросом, ну, чтобы так мягко сформулировать. Что является опасным? Опасным являются эти как раз пути передачи. Пути передачи два. Первый путь – это капельно-воздушный. Что это такое? Вирус распространяться может на частицах тех, которые с кашлем выделяет больной человек. Частицы эти крупные достаточно, и они не разлетаются на большое расстояние. Они разлетаются на вот это самое расстояние социального дистанцирования, о котором все говорят, и это имеет смысл. 1,5 метра, так? Ну, два. Официально метр. Вообще-то официально метр. Угу. Но если два, это вообще хорошо. Если вы находитесь, дистанцируетесь на 2 метрах, замечательно. Это при условии, что человек кашляет. Но, как вы понимаете, я тут очень солидарна со всеми инфекционистами, которые говорят, заболел, сиди дома.
А теперь рассмотрим ситуацию, когда человек переносит очень легко, он не знает, что он инфицирован, и возникает вопрос, насколько он опасен для других, потому что у ковида репродукционное число 2. Это значит, что если один человек, что один человек может заразить двух, ну, те, соответственно, еще двух и так далее. Это не очень высокое число, потому что у кори оно 18 вообще-то. Это гораздо серьезнее, но от кори есть прививка. Так вот, на каком расстоянии находиться? Ну, если человек кашляет, то уж лучше, конечно, 2 метра. Если человек находится, не, находится в состоянии, когда он даже не знает о том, что он инфицирован, он может без кашля, просто с дыханием, какое-то, ну, небольшое количество вирусов все-таки выделять в выдыхаемый воздух. Поэтому очень близко подходить, целоваться, обниматься не надо. Это один из тех моментов, которые, ну, очень плохую роль сыграли в Италии в связи с традициями и событиями, хотя там возрастное население, и в Японии возрастное население, но в Японии эпидемии нет. Там и летальность очень маленькая, доля процента. Так вот, нужно немножко дистанцироваться. Если человек, естественно, не болен, все равно этот метр желательно, желательно соблюдать. Это для вашей безопасности. Что случается дальше? А дальше подключается второй путь передачи. Вот, допустим, кто-то там кашляющий прошел, никого рядом не было, но частицы вместе с вирусом, частицы его выделений попали в воздух. По воздуху вирус не распространяется. И это очень хорошая новость, и она должна очень успокоить людей, но понять, что тоже есть здравый смысл. Но второй путь включается. Что случается с этими частицами? Они оседают. Оседают на поверхности. Поэтому второй путь передачи, ну, очень важный. И о нем надо говорить, говорить и говорить. Это реально очень важно, потому что оседает на поверхности. Стол, перила, ручка. Ну, взуття, ну ми ж будемо ходити так, якщо ця людина пройшла. Ну, я не думаю, що ви будете цілувати землю або свої сапоги. Тому думаю, що там якраз нічого не буде страшного, якщо ви помоєте руки. Але краще помити взуття все одно, в будь-якому випадку. Помойте руки, головне, тому що вірус не прыгне з ваших сапог на вас. Но якщо ви руками якісь контакти з обувью зі своєю робили, то в цьому випадку треба просто руки помити, тому що вірус добре смивається мильною пеною. Звичайним милом? Так. Звичайним милом. І тому, приходя домой, помойте руки. Очень все банально. Всі це роблять, але ж, ну, от лікарі, так, дуже багато зараз випадків, коли хворіють лікарі, які слідкують за хворими, і особливо дуже багато медичного персоналу, тобто, ну, серед тих випадків, які є вже захворівші, вони нібито в засобах безпечних. Як тоді, якщо в родині, наприклад, хтось захворів, всі, хто контактував з хворими, теж мають таку вірогідність захворіти? Имеют. Имеют вероятность. Поэтому все-таки рекомендуются индивидуальные средства защиты, но больше это, если речь идет о масках, это средства защиты для того, чтобы не заразить окружающих, потому что крупные капли останутся на маске. Что касается ношения масок, вы знаете, я сразу говорю, что я как врач имею определенное мнение на этот счет, я говорю, что это мое личное мнение, я присоединяюсь к итальянскому профессору, который очень, Мартинари, который очень много сделал публикаций, у него есть очень хорошее образное выражение о ношении масок здоровыми людьми. Кстати, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ношение масок здоровым людям. Это есть на сайте ВОЗ. Это абсолютно не ново. Так вот, Мартинари сказал, что маска подобна частоколу, который мы возводим против комаров. Вирусная частица имеет очень маленький размер. И поэтому, когда вы носите маску и вы больны, это абсолютно нормально и целесообразно, чтобы вы не разбрызгивали эти частицы, чтобы они не оседали на другие поверхности. Но если вы здоровы, то это не обезопасит вас от вируса. Зараз закон діє, тому всі, хто і розумів, що можливо і не треба, але змушені зараз носити. Тому ми, як люди, які...
законопослушные, мы вынуждены прислушиваться к тому, так, что рекомендовано. Что нам рекомендуют, не хочется платить штраф, и справді це потрібно робити, звісно ж, в громадських місцях. І знаєте, що мене теж турбує, це коли заходиш в супермаркет, ти бачиш таку величезну кількість людей біля прилавків, бачиш, скільки людей поблизу стоять. І в деяких випадках от немає тих 2 метрів, дуже часто і ближче доводиться стояти. І в той же час в паркових зонах, прибережних, там заборонено ходити гуляти. Тобто, ну, насправді, от, як ви вважаєте, чи є доцільність от того рішення, яке було прийнято? Вы, прошу прощения, только что ответили предыдущий раз на этот, на свой вопрос. Ну, известно, То, что есть в юридическом поле, мы как граждане страны вынуждены этому следовать, есть здравый смысл. Я говорю о медицинских аспектах. Ну вот, в общем-то, защита, цель, чтобы нас услышали люди и попытались себя защитить, так, в том числе и понимая, что им трудно очень создать хорошую иммунную защиту в этих условиях. Я понимаю это. С приводу тестов, какие зараз есть и уже є у вільному доступі, кожна людина може визначити, чи є у неї ось саме цей вірус. Тестов 2 вида на сегодня, по крайней мере, широко более-менее распространенных, если можно так сказать. Это быстрые тесты, экстренные тесты. Они определяют так называемые иммуноглобулины, то есть количество защитных частиц в организме исследуемого. Оно может быть сигнализировать о том, что перенесена болезнь или находится человек в состоянии болезни. К сожалению, достоверность очень небольшая. Есть очень точные тесты. Это то, что называется ПЦР. Это тесты, когда именно части самой клетки, самого вируса, простите, аминокислоты, которые входят в состав РНК, которые входят в состав вируса, находятся. Это достоверные тесты. Лаборатории, которые делают ПЦР, достаточно мало. Это достоверно. Экспресс-тесты, ну, скажем так, достоверностью страдают, стресс наносит большой, потому что если даже предположить, что это качественный тест и отрицательный результат, все равно это не значит, что человек не болен, потому что рекомендовано в этом случае при наличии клинической картины, разумеется, переповторять этот тест, получая материал, то есть выделяемый из нижних дыхательных путей. Как вы получите из нижних? Ну, промывные воды, бронхоскопия, вряд ли кто-то на это пойдет для установления достоверности. Но это так, в общем-то, прописано в приказе 722-м. А из верхних дыхательных путей может быть, может не быть. В то же время есть положительные тесты, которые не подтверждаются ПЦРами. Может быть, они и хороши, но это только значит одно, что человек переболел, и слава Богу, в этом сезоне он уже не будет болеть. Ну, знаєте, з того всього, що ми сьогодні почули, насправді дуже добре, що ось такий позитив пролунав все одно з того, що зараз було сказано. Дуже добре, що ми розуміємо, навіть якщо ми всі перехворіємо, то треба формувати свій особистий імунітет, так? Чего еще? Прошу прощения, мы должны все переболеем. Достаточно, чтобы иммунная прослойка в популяции была, ну, хотя бы 50-60%, и уже прекратится распространение заболевания. Это эпидемиологические данные. Поэтому даже не все переболеют. И действительно, факторы риска весьма серьезные для возрастного населения, как бы там ни было. Но у нас и молодое население не блещет здоровьем. Это к вопросу о том, почему часть людей достаточно молодого возраста все-таки инфицированы, были доказательства, что заболели. К сожалению, уровень здоровья населения, в том числе, ну, в Украине именно, у молодого населения совершенно не блистательный. В том числе даже есть заболевшие спортсмены, но это не значит, что у них прекрасное здоровье. Мы встречаемся и со спортивным сердцем, и с другими проблемами. Поэтому интересными являются исследования Клауса Плюшера, это патологоанатом, который в Гамбурге проводил вскрытие, целое бюро судмедэкспертизы, это не его личное мнение, а результат
результаты исследования, проводил вскрытие больных, умерших от ковида. Он сделал такое очень резкое заявление о том, что в Гамбурге, ну, при условии хорошей, конечно, организации здравоохранения в Германии, от ковида не умер ни один человек, они умерли от других болезней. Угу. А ковид был последней каплей, которая, там, допустим, у 100-летнего, которого они... В общем-то, вскривали. Пані Марино, ну, наостанок, в двох словах. Mm-hmm. Що треба розуміти на сьогоднішній день? І як же так нам позбутися тієї паніки, яка усіх нас хвилює? От паніка, мабуть, найбільше хвилює усіх. Вы знаете, вы, наверное, самое главное сказали. С вирусом нельзя быть запанибратом, но и нельзя кидаться в панику. Есть очень хорошая рассказка о том, что чума встретилась с путником, который шел в Багдад. Чума ушла в Багдад, чтобы, как выяснил путник, уморить 5000 населения. Когда они встретились на обратном пути, путник спросил у чумы: «Ты же обещала 5000 уморить, а уморила 50000. Ты же не выполнила свое обещание?» «Нет», сказала чума, «я выполнила, я уморила 5000. Остальное паника». Так вот, паника и формирование хронических болезней на основе хронического стресса, формирование, поддержание, усиление в отсутствии адекватной медицинской помощи, потому что сейчас все заточено под возможную эпидемию ковида, крайне-крайне является опасным. Поэтому берегите себя, берегите свое здоровье, свои нервы. И пытайтесь находить для себя ту информацию, которая не будет вас будоражить. И максимально сохраняйте двигательную активность. Это поможет сохранить иммунитет. Дуже дякую вам, пані Марино. Насправді, цінна інформація. І я так сподіваюся, що всі почули її, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.